хорошо. Вы и массаж, что ли, делаете? А, не, я не делаю. У меня основное направление, узкий профиль, это шугаринг. Вот здесь я знаю все. У всех по-разному болевой порог. Знаете, кому-то усики больнее. Завышен. Да. Так, ну первый раз ощутимо, да, вот как скотч отрываешь резко. Вот такой эффект. А тут еще волос. По 2 метра на корме. А чем больше волосы, тем чище будет работа. Ну, вот в данный момент, да, для первой процедуры хорошо, что длинные волосы. Когда они короткие и забритые, то хуже. Их либо она надо, не берет, да? Их либо отрастить надо подлиннее. Ну, во-первых, первый раз, уже бритые. И у вас их там не один волосок, а несколько. Корни же вы не вырываете, вы же только верхушку забиваете, если бритые, да? Да. А корень же остается. А их 301 волос, поэтому одни, другие, третьи, вот там у вас пучки такие по 2, по 3, то есть разглядеть после бритвы. Так, не переживайте. Так, теперь той ручкой делайте натяжение вот так кожи. Чем лучше натянута кожа, хорошенько прям, да, тем легче будет. Я сейчас попробую, я по чуть-чуть буду делать так, как первый раз. Эти сюда растут, эти сюда. Ну, условно, они у вас здесь почти все растут вверх. Чуть-чуть. Надо так как дергать, нам надо только по росту, поэтому мы будем идем отсюда. Тянутся волоски. Сейчас они могут тянуться, потому что они у вас длинные. Потому что сахарная паста, это вот как конфета. Прилипшая, да, вот сами понимаете. Дернул резко. Шугарник. Тянутся, тянутся. И кожа немножко тянется за пастой. Сейчас потихонечку. Когда волосы вот после 3 недель, допустим, вот как клиент ко мне приходит. Да мне больше. Нет, я поняла. Постоянно, когда ходят, подмышки бикини надо делать через 3 недели. Все остальное тело можно подольше подождать. Сейчас. А хорошо, чтобы спилась паста. И резко. Раз. Оба. И все? Нет, еще. Это вот я половинку убрала. Ну, часть убрала. Нет, это не больно. Я же вам по чуть-чуть делаю, потихоньку. Да вы не будете. Да, больше, знаете, пугают этим шугарингом. Те, которые не умеют делать, надергают, что у людей там синяки и все, что хочешь. А потом кажется, что оно на самом деле все. Нет, если все правильно делать, то не больно, ничего. Неприятно немножко, но не так, что прям. Зато мы резко все вырываем сразу с кожи. Ну, паста должна подтаять, нам надо ее медленно провести. Все. Подержим немножко, все хорошо. Вот. Зато эффект такой хороший. 2 недели вообще ничего не делает у вас. Потом начну так по одному волоску. Там вылезет один, там один. И на 3-й неделе вам покажется, что да еще рано, волос-то мало. А на самом деле как раз 3 недели нужно для того, чтобы удалить именно эту партию волос. Потому что следующая партия, это уже другая, другие волоски будут расти. Ну вот, отлично. Еще капельку здесь. Просто мы же по чуть-чуть делаем. Я разом все не делаю так. Раз намазала все и разом сорвала. Нет. Это неправильно. Во-первых, волоски один туда растет, другой сюда. Если мы будем в одну сторону дергать. Направление, да, надо да, знать. Только по росту. По росту волосы мы срываем. Не смертельно, нормально. Я просто не знаю, что это такое. Ну вот так приблизительно. Все чистенько. Вот они длинные, как раз из сейчас коротыши, как я уберу здесь еще. Когда волос мало, там не больно вообще. Больно, когда много, густо волос. Они жесткие. Они такие, ух. Зимой, летом ходят, да? Да. Мужчины ко мне ходят. Ну, постоянных 2 ходят. А такие, которые периодически, они то ходят, то не ходят, и больше. А в основном, кто ходит, постоянно ходят. Каждые 3 недели у меня ходят клиенты на бикини-подмышки. А кому еще надо ноги, руки, те еще. Ну, пореже, ну, как-то через раз ходят. Раз бикини, раз руки, ноги. Потом вместе руки-ноги. Так, ну все хорошо. Ничего нет. Посмотрите, видно вам оттуда? Может быть, я могу не заметить. Вам на просвет может быть лучше видно.
просто. Это волоски или пушок какой-то. Так, вот я чувствую, вот он. Который прозрачный, когда только на просвет смотреть. А с вашей стороны самое удобное смотреть у себя волосы. Ну, да. Лечь. Так вот в длину. Может, раз за бритву не смотрите. Ну, ты не вижу. Если вы видите, скажите мне. Точки красные. Особенно, это первый раз делаете. Просто шея это схожа. Смуглая, она легче переносит все, чем белокожая. Белокожая более больнее. У вас никакого болевого порока больше не нет. Спасибо, Саня. Сама придумала, сама поверила. Нормально. Так, секунду, теперь таль. Таль в конце, он стягивает поры. Не мажьтесь сутки целые ничем вообще, никакими кремами, никакими дезодорантами. Дезодорант не надо. Вообще не пользуюсь. Ага. Вот сутки нельзя, потому что поры будут открыты, они постепенно затягиваются. Тальк помогает им затягиваться. Тальк убивает микробы, дает распространяться другим. У него много хороших свойств. Так что, если что, детская присыпочка нужна. Все.